Торжественные парады по случаю Дня казахстанской полиции в департаменте устраивают ежегодно. По традиции на собрание приглашают ветеранов системы и высоких гостей из министерства, из уст которых звучат поздравления в адрес сотрудников. 10 из них сегодня получили медали за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы, нагрудные знаки за безупречную работу, а также грамоты и благодарственные письма. И это еще не все. В преддверии большого праздника автопарк учреждения пополнился 26 новыми авто различных марок. Это пассажирские и грузовые газели, автобусы, легковушки, а также спецтехника, предназначенная для перевозки заключенных. Такого подарка Актюбинский департамент УИС ждал долгие 15 лет. За последние 15 лет вот у нас впервые в этом году нам выделили средства для приобретения автотранспорта. Вот в этом году мы сейчас получили 26 единиц автотранспорта. Это специальные автомобили, а также легковые автомобили. Здесь можно подчеркнуть, что для уголовной инспекции выделено 5 единиц легкового автотранспорта. Между тем, учреждению требуется еще не один десяток авто, а именно снегоочистительная и пожарная техника. Айсулла Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт».